5 апреля детская библиотека стала интеллектуальной площадкой для викторины по страницам Красной книги Смоленской области. Ученикам второй школы нужно было не только блеснуть умом и сообразительностью, но и быстротой реакции. По правилам игры больше очков получали участники, которые находили ответы на вопросы за наиболее короткое время. Такие турниры с битвой молодых умов проводятся в библиотеке не в первый раз. Организаторы отмечают, что главное в подобных мероприятиях не победа и не участие, как любят говорить, а дружба, которая завязывается между одноклассниками. Мы это мероприятие подготовили в рамках программы «Неделя детской книги», которая у нас проходит на этой неделе. Это завершающее мероприятие было. На каждом отделе были подготовлены свои особенные вопросы, викторины, обзоры выставок. Дети ушли довольны. Очень понравилось, было очень интересно, было безумно приятно работать в команде и осознавать, что ты стал частью победы. Данное мероприятие и данная победа подтверждают то, что мы не зря учимся и что-то досохраняется в наших головах, какие-то знания. Мероприятие мне очень понравилось, потому что оно развивает наше мышление в плане скорости, и параллельно мы находили новую информацию о видах, которые находятся в Красной книге Смоленской области. Все участники викторины получили памятные призы.